Елка желаний в Туапсинском районе стартовала в декабре 2020 года. В рамках акции каждый желающий мог превратиться в Деда Мороза и исполнить маленькие мечты детей с ограниченными возможностями здоровья и ребятишек, лишенных родительской ласки, заботы, попавших в трудную жизненную ситуацию. К акции присоединились и жители Новомихайловского поселения. Девочка-инвалид написала письмо в декабре, на которое отреагировал директор совхоза, и 5 февраля юная жительница поселка получила долгожданный подарок. Подробности расскажет Лиана Коблева. На пожелание маленькой девочки с ограниченными возможностями здоровья в рамках акции откликнулся директор Новомихайловского совхоза Роман Батуринец. Он не первый раз помогает детям, просто раньше никогда об этом не рассказывал. Мы встретились с ним за несколько минут до того момента, когда девочка увидит свой долгожданный подарок. На меня вышла администрация нашего Новомихайловского поселения с предложением о возможной помощи ребенку. У нас замечательная акция ежегодно есть «Елка желаний». И тем более, когда я узнал, что ребенок не совсем здоровый, особенный ребенок. У кого есть возможность, кто поможет таким детям? Не только таким детям, а всем детям. Есть малоимущие семьи. Это в обязательном порядке. И как бы люди должны все понимать, что в этом-то проявляется человечность. Здравствуйте. 11-летняя Лиана этого момента ждала с нетерпением. Письмо Деду Морозу в рамках акции в декабре прошлого года помогла написать двоюродная сестра, так как сама девочка не может. Лиана родилась с синдромом Дауна и практически не разговаривает. Но по улыбке девочки можно понять, что гостям она рада. Подарок самокат вручает представитель администрации и сам Роман. У нее украли. У нее был самокат. Она велосипед не может кататься на велосипеде. Самокат был, украли. А у внучки есть самокат. Но он большой, девочка побольше. И она с нее падает. Поэтому куклы есть, игрушек много. И мы решили, что... Вот видите, она в точку. Ну, попали, а ей нравится. Мама вместе с Лианой собираются уезжать в реабилитационный центр в Анапу, где каждый год девочка проходит лечение. Сегодня Лиана ходит в специальную школу в Туапсе. Дома играет в различные игры и любит фотографироваться. В детской комнате можно увидеть фотоснимки с самого ее рождения. А еще Лиана очень добрая. Перед уходом она поделилась с нами яблочными чипсами, которые подарил ей Новомихайловский совхоз. Да, угостить хочешь? Да. Давай. Спасибо! Видим, как детям и родителям такие моменты доставляют радость, и это очень приятно. Если есть возможность, почему бы нет? Почему бы это не сделать мир сегодня лучше? И всегда находятся такие добрые люди, как вот Роман Леонидович, которые оказывают помощь. В помощи детям, в помощи нуждающимся. Однозначно, мое мнение, что дай Бог, если те, кто посмотрят интервью, у них зародится такая мысль, что, может, и мы в следующий раз, да, примем участие. Лиана Коблева, Алексей Исаев, Александр Баранов, телеканал «Орленок ТВ».